Настоящий спортивный праздник организовали педагоги и родители учеников первых классов 4-й школы Десногорска для своих детей на скалодроме. Помогли им в этом друзья, работающие в ООО «Полимер». Этим самым мы как бы привлекаем детей к активному виду отдыха. Соревнования состояли из 8 этапов. Ребятам пришлось показать, как они умеют держать равновесие на качающемся бревне, какие они быстрые в эстафетах на самокатах и на веревочной переправе, продемонстрировать смекалку при преодолении болота по кочкам. Также юные спортсмены смогли поиграть в футбол и давно забытую игру «Городки». Своими эмоциями от спортивного праздника ребята поделились с нами охотно. Это очень круто, это очень занимательно, это очень весело. Препятствия трудно проходить, но очень интересно, это очень занимательно и познавательно. Было всегда трудно, потому что здесь все на время. Родители тоже довольны, что праздник для детей получился. Все организовывалось силами и трудами родителей, помогали им их друзья. И праздник в нашем городе организовать вообще довольно сложно, так как инфраструктура-то не очень развита. А они молодцы, придраться не к чему, разве что немножко холодно. Погода нас решила немного подвести, а так все хорошо. Все участники турслета были награждены почетными грамотами. А в завершении веселых эстафет всех ждал ароматный фирменный плов от Амира Волкова, приготовленный на костре.